Ну и в Грозном глава республики Рамзан Кадыров, член высшего совета партии «Единая Россия», решил проверить лично. Он проехался по улицам столицы, осмотрел избирательные участки. Его сопровождал начальник отдела обеспечения безопасности главы региона Адам Кадыров. Рамзан Кадыров видит, что на избирательных участках с самого утра наблюдается активная явка. Люди пришли выбрать лидера сильной страны, который станет гарантом светлого будущего. Позже к инспекции присоединился мэр города Грозного Хасмагомед Кадыров. Всего республика 521 избирательный участок, 816 тысяч голосов, это я еще уж населению. Вала 97 избирательный участок. Более 189 тысяч населения голос ставили еще. Уверенцы на обеих голосовать, я же так. Праздничное настроение, не марги будут болды лозер в садирох, ну фоновую музыку макет, да, не хотим праздничное настроение болды, речь фоновую музыку мало ты на обош, обош. С утра Уверен, издали арабы голосовать, я ж больше. Уверен, ты участвуешь, выехать, не ровно, уверен, ты ждал сам на ворон. Хасмагомед Кадыров показал главе республики на телефоне видео голосование с разных избирательных участков. Везде созданы все необходимые условия для комфортного прохождения выборной кампании. За ходом выборов следят около 4000 наблюдателей. Основной поток, что хана на угодно, где ожидать. Если он на 6 лет будущее избирать, если его уж, або уж будущее праздничное настроение, уж больше. Безопасность обеспечивают сотрудники правоохранительных органов и других ведомств. Избирательные участки будут открыты до 8 часов вечера. Всего их в городе 97. Двор участка закрепленный. От 2 до 4 тысяч цую абу на осмалаше, хабош, дабючиш, основной поток, уйренцы, хабехкан дабует. Цега бол участковый, так объект лариеш, бол нахба царна, цега мардес на месте, эцтяхки чембина. На 251 избирательном участке установлено видеонаблюдение, обеспечивающее трансляцию изображений и звука на служебный портал в сети интернет. Остальные 259 избирательных участков, кроме временных, оснащены видеорегистраторами. Также уделено особое внимание обеспечению